А где тут тотализатор? Ставки делать. Одевай другой. Не будешь застегиваться?
Ваши впечатления, товарищи? Там постоянно трубил похуй. А? Я там не проводил. Ничего страшного. Живой? Да, живой. Сдавай амуницию, потом поделись впечатлениями. На 15-м ты ездил, да? Нет. Или на 14-м, да? Rajal on veel äsja nii mõsti. Seal taga nurjas. Карюха, как тебе гонки? Ты что-то это тут тоже повыделалась. Я это снял. Я один раз врезался здесь. Я это снял, Паш. Я думал, ты сейчас унесешь нахрен. Тут этот аж заволновался. А как вообще ощущения? Больно не надо было. Не передумал? Кого? Поехали. А вы еще будете кататься? Да, у нас еще 8 минут. Да? 16 минут, да. Я думал, это все. Да, сейчас. Времени? А у тебя лучший круг 56 секунд. У кого? А у меня лучший 50. У кого лучший круг? У меня был момент, я еду. На выход. А ты-то куда? Ты туда опять? Я потом туда пойду. Вот этот номер, который там сейчас. Мне пришлось, на весь день проехать. Да. И он улетел поэтому? Нет, он как раз уже стоял там. И я просто между ними перевелся еле-еле. Но я всегда попадаю зачем? Дневной. Так кто у вас лучший по времени? Антон. Слушай, эти все, наверное, да. Сейчас вибрация хорошая. Молодец. Удочку. Ну да, 16 минут погода. Так а товарищ вылетел на каком кругу-то? На последнем? На предпоследнем, по-моему. Сидит там вот так вот и... Да, ну я тоже... Ну как надо. Кстати, я один раз там тоже развернулся. Вылетел, как все надо, ему назад еще не дать. Я там один раз развернулся на 180. Я, ну, поднимаю руки, вижу, никто не идет. Жду, пока откроется момент. Просто разворачивайся и я дальше.
остались? Да. Пашка, понравилось? Да. Ну что, Паш, до первого раза неплохо, да? Папа, тебе прячь ключи от машины. Подальше, да? Вон ваш лист. Ну? У вас старый остался? Чтобы хранить. Олег. А куда девали? Я не трогал. Шапки, перчатки. Раздевайся, Паша. Лист, давай, давай я придержу. Ну, товарищ. Помогите. Это Пашка как парашют, сам должен.